Дорогие друзья, у нас сегодня и печальный, и торжественный день одновременно. Ровно год назад, я хочу вспомнить сегодня об этом, было совершено дерзкое нападение террористов на Дагестан. Это было неожиданностью для многих, но не для всех. На самом деле, то, что это было неожиданностью для подавляющего большинства населения страны, в этом наша вина. Вина руководства страны, вооруженных сил, правоохранительных органов. Были, конечно, и те, кто не замечал происходящих событий. Или делал вид, что не замечал. Но для многих было ясно, что не объявленная война против России, а это именно так, ведется уже давно, в течение нескольких лет. Бандиты и террористы делали пробные шаги и готовились, по сути, к полномасштабной агрессии. Что и случилось год назад. Мы привыкли откладывать все на потом. Даже самые острые, самые необходимые дела. Государство никак не решалось взяться за решение тех проблем, которые стояли перед страной. Именно это, помноженное на непонимание большим количеством населения того, что происходит, на непонимание действий государства, все это привело к образованию псевдогосударственных образований типа Ичкерии или Кадарской зоны Дагестана. Только наши решительные действия, направленные на восстановление законности, конституции, на обеспечение прав граждан, на защиту их законных интересов и самой жизни, положили, по сути дела, конец начавшемуся процессу распада государства. Огромную роль в этом сыграли вооруженные силы. Мы платим за это сегодня очень высокую цену, но она не напрасна. Эти жертвы не напрасны. Мы сегодня низко склоняем голову перед 6-й ротой, перед всеми теми нашими военнослужащими, которыми мы вправе гордиться, которые не пожалели ничего, даже своей жизни, защищая интересы страны. Наши самые теплые слова благодарности всем близким, родственникам, матерям и отцам, тех, кто не вернулся с этой войны. Вы воспитали настоящих сынов Отечества. Вечная слава 6-й роте, вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за интересы России.